Понтонный мост через Сырдарью вблизи населенного пункта Аман-Откиль Аральского района уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Из-за этого часто прерывается дорожная связь нескольких тысяч жителей с районным центром. О проблеме знают и в районном акимате. Когда же решится вопрос строительства новой переправы, узнавал Алибек Байшленов. На противоположном берегу Сырдари расположено 8 населенных пунктов Казалинского и Аральского районов. В них проживает около 5500 жителей. Они в основном занимаются сельским хозяйством и животноводством. Поэтому вот эта понтонная переправа, которая уже более 30 лет, имеет важное значение в развитии этих сел. Однако сегодня здесь не разрешено передвигаться грузовому транспорту. По словам жителей, зимой грузовикам приходится объезжать за 90 километров, а по этой переправе дорога сокращается в 6 раз. Через Аклаки есть объездная дорога, но там нет асфальта. Осенью и весной грязь, проехать сложно, а другого пути нет. Деятельность населения напрямую зависит от этого моста. На том берегу более десятка крестьянских хозяйств, которые сеют урожай, разводят скот. Поэтому мост необходим. В свое время грузоподъем с этого моста равнялся 40 тоннам, однако конструкции износились, говорят местные жители. Конструкции и сооружения сгнили. Из 22 пролетных лодок 2 пришли в негодность, 8 изношены, 9 деформированы. После аварии в 2009 году понтон прошел 3 капремонта. Как сообщили в местном акимате, новому понтонному мосту быть. Уже подана заявка на разработку сметно-проектной документации. После заключения государственной экспертизы мы выйдем с предложением в областной бюджет. Задача стоит построить новый понтонный мост. Мы должны наладить здесь дорожное сообщение. Строительство моста местные жители ждут с нетерпением. По их словам, с каждым днем по нему продвигаться становится небезопасно. Алибек Байшуленов, Ханат Несибаев, Айтмухаммед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар, 24.